Десятки завоеванных наград и поставленных композиций, сотни подготовленных танцоров. Образцовый ансамбль «Славяночка» отметил свой 10-летний юбилей. В честь праздника артисты преподнесли жителям Славянска на Кубани подарок, какой расскажут наши корреспонденты. В свое день рождения воспитанники образцового ансамбля «Славяночка» решили отметить большим праздничным концертом. Юные артисты исполнили для зрителей свои лучшие танцевальные номера. Руководители коллектива Александр и Валентина Дергачевы с гордостью смотрели на своих учеников. У нас очень творческий коллектив, его немного, но он очень-очень сплоченный, очень хороший, отзывчивый, очень любящий. Впечатлений много. Коллектив, конечно, за 10 лет несколько раз поменялся состав. Это дети. Это физическое совершенство. Они постоянно растут, вырастают, кто-то уезжает. У нас многие дети выпустились, и вот сегодня они будут у нас на нашем представлении вспоминать о том, как они здесь когда-то начинали, танцевали и умножали славу нашего коллектива. Сегодня в ансамбле в 4 группах занимается около 90 ребят. Многие со «Славяночкой» со дня ее образования. Виолетта Альцева в коллективе уже 10 лет, которые пролетели как один день, наполненный танцами, творчеством и теплой дружеской атмосферой, которую смогли создать руководители. Очень рада, что занимаюсь в этом коллективе, потому что считаю, что руководители наши – это большие таланты, руководители с большой буквы. Они всегда настроены на нас хорошо, всегда с нами, всегда добры, всегда улыбчивы, всегда поддерживают. Мы их очень любим и ценим, и рады, что именно сегодня такой праздник, именно юбилей, и мы 10 лет занимаемся, и вот сегодня именно такой день. Я бы хотела пожелать коллективу творческих побед, чтобы у руководителей наших мы были, это только начало, чтобы у них все было впереди, и успехов им, и чтобы дети, чтобы они своим трудом и любовью зажигали детей. За годы работы в коллективе воспитали не одну сотню талантливых танцоров. И пусть многие выбрали другие профессии, свой родной ансамбль они не забывают. Много, а именно 10 лет назад из разных уголков нашего города собрались ребята в один большой и дружный коллектив «Славяночка». Как и эти малыши, коллектив рос, развивался, добивался высоких побед и достижений. И вот, спустя время, мы, выпускники, стоим перед вами. Каждый из нас выбрал разную профессию, но всех нас объединяет одно – это любовь к танцу. Поздравления с юбилеем руководители ансамбля «Славяночка» принимали не только от выпускников, но и родителей своих многочисленных воспитанников, коллег, начальника управления образования. Праздник получился ярким, самобытным и по-душевному теплым, таким, как и сам коллектив. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».